Развитие ИКТ в нашем регионе, как и во всех региональных организациях, входящих в Международный союз электросвязи, они в первую очередь ориентируются на цели устойчивого развития, которые были одобрены на саммите ООН в Нью-Йорке в декабре 2015 года. Нужно также сказать, что в региональном содружестве связи в странах СНГ очень большое значение имеет в плане развития это ориентиры, которые обозначены в стратегии построения информационного общества в странах СНГ. Эта стратегия до 2025 года одобрена решением Совета глав правительств и СНГ, и буквально недавно, 28 октября этого года, в Минске главы государств, главы правительств подписали и приняли за основу и за ориентиры стратегию построения информационного общества. Конечно, все мы понимаем, что без информационного общества сегодня невозможно представить ни органы власти, ни учебные заведения, ни простого обывателя, ни простого гражданина, потому что все имеют доступ в интернет, все пользуются услугами, все пересылают друг другу сообщения, получают информацию, получают все необходимые сведения, которые нужны для нормальной жизни. Задача, которая стоит перед нашей отраслью, перед телекоммуникацией, это сделать более доступными возможность подключения к интернету. Это, конечно, при этом обеспечить необходимую скорость и, естественно, что немаловажно, снизить соответствующие затраты. И вот эти ориентиры являются залогом того, что на всех уровнях человеческого общества и на законодательной основе, и на государственном уровне, и в личном уровне каждого человека эти услуги должны быть реализованы. А то, что они востребованы, то это говорит о том, что мы сегодня уже не можем представить без телефона в руках, без смартфона, без компьютера. Если вдруг что-то происходит и где-то происходит какой-то сбой, который, к сожалению, иногда еще бывают, то мы тут же начинаем чувствовать себя оторванными от цивилизованного мира. Поэтому задача – это повсеместно дать возможность людям быть в контакте, быть в интернете. И на всех уровнях и госуслуг, как государственных услуг, которые предоставляют органы управления страной, так и на нашем бытовом уровне быть всегда на связи.